Всем привет. Пожалуйста, купите что-нибудь с моим тегом инкогнито. Я хочу посмотреть, что же изменилось в ПВЕ в июле 2023 года. Так, давайте я сейчас буду заходить и посмотрим, какие изменения. Насколько я помню, раньше было как? То есть заходишь, у тебя за ежедневный вход ты получал награду, а каждую неделю V-баксы. Вот сейчас вот посмотрим. Давай, загрузка идет. Вот сейчас идет загрузка, и должно быть. Так. Не понял. А почему нету вот этого ежедневный вход? Ну, мне писали в комментариях сейчас под видео, что они изменили, и нету наград за ежедневный вход. Ну как так? Ё-моё, там же столько халявных V-баксов было. Пец. Так, смотрим. Ежедневные задания. А, вот, ежедневки все по 80 V-баксов делали. Но, в принципе, наверное, это компенсация, что теперь ежедневки по 80. Получается, если ты каждый день 80 V-баксов будешь зарабатывать, то за 10 дней ты заработаешь 800 V-баксов. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Так, сейчас я посмотрю на сайте, есть ли алерты. Потому что мне в комментариях писали, что типа я алерты убрали. Надо посмотреть. Так, вот открыл я сайт и смотрим, что показывает, что в Линчпиксе есть 40 V-баксов. В Линчпиксе есть 40 V-баксов. Это эвакуация убежища, мощность 116. Все, надо теперь посмотреть. Так, смотрим теперь на карте. Надеюсь, нас не обманули, что сайт не врет и алерты они оставили. Так, давай, где 116, 116, ремонт убежища. О, вот, все, отлично, отлично. Блин, ну это хорошо, что хотя бы они алерты оставили. Значит, есть шанс, что ты за неделю, в принципе, можешь стабильно 800 V-баксов поднимать за неделю. А может даже и 1000. А нет, наверное, 1000 не получится. Но если ежедневки будут по 100 V-баксов, как раньше, а может даже по 200, ну такие будут попадаться. Раньше же такие мега попадались. То, в принципе, мне кажется, в неделю можно и 1000 поднимать. Но, в принципе, остальное ничего не изменилось, а только изменилось... То есть ежедневные задания 80 V-баксов, алерты оставили, и за еженедельный вход перестали давать V-бакс. Ну, то есть где-то они урезали, ну и где-то прибавили. То есть за это им спасибо. Всем пока.